Правительство Узбекистана опровергло сообщение о смерти президента Ислама Каримова, которое распространил Интерфакс со ссылкой на правительство. Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило о смерти Ислама Каримова. Издание «Ферганы» сообщает, что в Самарканд 2 сентября доставили тело Каримова. Агентство «Фергана Ньюс», сообщившее о смерти Каримова еще 29 августа, обнародовало фотографии, которые свидетельствуют о том, что узбекского лидера похоронят рядом с двумя его братьями и матерью. Напомню, президента Узбекистана 27 августа госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг после банкета со спортсменами из олимпийской сборной. По данным информагентства «Фергана», в тот же вечер Каримов умер. Давай.